Привет всем! Сегодня, как обычно, о новостях Германии и Европы. Начинаем! Сегодня поговорим о событиях, которые шокируют вас надолго. Начнем с находки в Берлине, которая способна шокировать всю Германию. В Берлине в контейнере для сбора одежды нашли труп мужчины. На парковке возле супермаркета в районе Шарлоттенбург ночью был обнаружен 45-летний мужчина без признаков жизни. Сообщается, что тело наполовину находилось в контейнере для сбора одежды. Помощь пришла слишком поздно, и полиция смогла лишь констатировать его смерть. По первоначальной информации предполагается, что это трагический несчастный случай. Но на всякий пожарный начато расследование. И уже сегодня стали известны шокирующие подробности уже известного нам инцидента. Я говорю о страшном пожаре в Дюссельдорфе. На данный момент стало известно, что арендатор сам поджег свой киоск. Получается, что афганец сам устроил пожар в своем магазине, который затем распространился на жилой дом. В результате этого пожара, к сожалению, погибли 3 человека. Ну а о причинах, которые вынудили его это сделать, мы можем только догадываться. И уже в это время в Германии нашли интересный способ мотивировать жителей приходить на выборы. В Дуйсбурге избирателям за голосование на выборах в Европарламент обещают бесплатное пиво. В преддверии выборов в Европейский парламент в Дуйсбурге решили бесплатно раздавать пиво проголосовавшим избирателям и тем, кто подает заявку на голосование по почте. Один из избирательных участков в Дуйсбурге находится прямо внутри фирменного паба-пивоварни. И каждому, кто придет туда отдать свой голос за одного из кандидатов, бесплатно дадут безалкогольное пиво. Пабе уверяют, что оно такое же вкусное, как и алкогольные аналоги. Ну а увеличит ли этот способ процент явки, узнаем после выбора в Европарламент. И уже сегодня стало известно о шокирующей катастрофе, а именно крушении вертолета, которая произошла с президентом Ирана. Президент Ирана Эбрахим Раиси погиб в авиакатастрофе. Об этом сегодня утром сообщил вице-президент Мохсен Мансури. По данным иранских властей, погибли все 9 человек, находившиеся на борту вертолета, который разбился вчера. И немецкие эксперты уже высказали предположение, что вертолет не был пригоден к полету в тех погодных условиях, в которых совершался этот полет. И в результате чего, очевидно, произошло столкновение вертолета и горы. Но о результатах официального расследования будет сообщено позже. Поиски проходили в сложных погодных условиях и увенчались успехом уже под утро. Исполнять обязанности президента Ирана теперь будет первый вице-президент. В течение ближайших 50 дней должны пройти внеочередные президентские выборы. По мнению многих политиков, смерть президента Ирана может вызвать хаос в стране. Но пока что она вызвала только радость. В Иране запускают фейерверки, празднуя гибель президента в авиакатастрофе. Данное событие было замечено в ночь на понедельник, то есть еще до официального объявления смерти политика. Один салют был запущен в городе Секес в иранском Курдистане, другой в Тегеране. У посольства Ирана в Лондоне собрались иранские эмигранты и сторонники Израиля. Они также праздновали гибель Раиси. У многих были старые флаги Ирана до 1979 года, когда там правил Ша. И уже протесты, но другой политической направленности, которыми уже никого не удивишь и не шокируешь, прошли на этих выходных в Берлине. Более 6000 ненавистников Израиля прошли маршем в субботу по улицам Берлина. Под лозунгом «Палестина будет свободна» не обошлось без брошенных петард и запрещенных лозунгов. Но намного более горячая и взрывоопасная ситуация в самом Израиле. В Тель-Авиве вспыхнули массовые протесты, призывающие премьер-министра Биньямина Нетаньяху уйти в отставку. И, конечно, количество протестантов несоизмеримы. Также не менее многочисленные протесты вспыхнули и в Испании. Но, правда, по другому поводу. Там протестуют против сокращения расходов на здравоохранение. По данным участников, их акция собрала 200 тысяч человек, но полиция насчитала только 18 тысяч.